Партийная кличка Максим, социал-демократ, ленинец, арестован в 1910 году. Воспрещено жительство в столицах и промышленных губерниях. Вновь арестован в 1912 году в Сормове, где руководил большевистской работой. По дороге в тюрьму бежал. Вновь задержан в городе Казани. Постановлением судебной палаты сослан в село Парабели Нарымского края. Откуда 25 марта сего 1914 года бежал. Затем ставится на обсуждение господам членам Государственной Думы в дополнении пункт 6, параграф 13, 8 раздела проекта о вспомоществовании Дворянскому банку. Согласно отчету за 1913 год, акции банка распределяются следующим образом. Ахшарумов 150 акций, 2 голоса, Парамонов. А, Елена? Со свеженькой правдой? Со свеженькой. Здравствуй, дорогой друг. Значит, прорвался через рогатки. Угу. Рад тебя видеть. Вот. Значит, и это прошло. Проехала. Забастовка на Невском заводе продолжается. Рабочие требуют удаления заказа морского ведомства на якоря для шаровых мин. Как известно, из-за отказа остаться для выполнения этого заказа на сверхурочную работу, после 11-часового дня уволены 6 разметчиков, что и вызвало забастовку солидарности. Как запрос? 33 подписи надо под запрос. А нас 5. У кого соберешь? У этих? Пороть надо. Пороть! Пороть всех без разбора. Пороть, пороть, пороть. Конечно, по закону. Но пороть? Да. Уволены 6 рабочих. Что и вызвало? Ну, милый мой, есть по поводу каждого 6 рабочих вносить запросы? С ума сойти. Нет, нет, нет. Пора, понимаете ли, не рублю, а режу этими кусочками такими, с грязью, да. А сама она, извольте видеть, и сок дает. И вот есть это, да пирожок с луком, да с петрушечкой, с зеленью. Понимаете? Да нижняя корочка. Удаление заказа морского ведомства. Что?
арестовывают. Военный заказ. Да разве это можно? Скажите, ну разве можно говорить об авиации? Авиация это фантазия. Кстати, можно сравнить аэроплан с велосипедом. Не слушайте, я никогда не... Забастовку солидарности. Забастовка, забастовка, забастовка. Опять азартники веры. Ничего не выйдет, господа правдисты. Кто говорит? Родичев говорит. Бегу. Народные представители. Ну что ж, пошли. Так не выйдет с запросом? Не выйдет. Будем действовать дальше. Получает арестовку, Сергей. Печатай, годится. Только заказ ведь военный. Должно быть военный. Ну, почему должно быть, я не точно узнал. Товарищи, очень важно разъяснить массам, что заказ именно военный. Мы каждую минуту должны помнить, что писал Ленин. Питерские рабочие должны знать, что их толкает на бойню ради прибылей кучки купцов и промышленников. Сколько стачек сегодня в Питере? 7. Хорошо. Какие? У Яблонского, у Кофеля, на Обуховском, в Кузнице, на Невском. Вот эту стачку на Невском заводе мы и выделим, как связанную с военным заказом. В первую очередь, правде, пускай ее. Там на Невском заводе стачечный комитет слаб. Меньшевики примазаться могут. Хорошо бы кого-нибудь для укрепления. А есть кандидатура? Может быть, Арсения? Нет, неустойчивый человек он. Вихляет. Тут надо кого-нибудь покрепче. Есть кандидатура. Предлагаю Федора. Какого Федора? Прибыл к нам. Из далеких краев. Ах, из далеких краев, помню, помню, писали. Годится. А что ему надо, чтобы начать? Немного он просит. Явки для связи и гитару с хорошим звоном. Неприхотлив. Ну что ж, благословляй раба Божьего Федора на работу и выдай ему, как партийное имущество, звонкую гитару. Очаровательные очень, что вы так сверкаете, что во мраке темной ночи блеску не теряете. Сколько раз из-за вас мучился, томился, один раз из-за вас чуть не утопился. Всем сравню я ваши губки, обязательно с ничем. Не могу сравнить их даже с ландриновским манпассием. Сколько раз из-за вас мучился, томился, один раз из-за вас чуть не утопился. Очаровательный носочек, так кокетно вздернутый, подарю я вам платочек, аккуратно свернутый. Сколько раз из-за вас мучился, томился, один раз из-за вас чуть не утопился. Подарю вам на прощанье шелеска списких степей и скажу при досвидании лишь два слова. Шестой кабинет. Сколько раз из-за вас учился, томился, один раз из-за вас чуть не утопился. Промазал! Фу ты, нечистая сила! 26 лет не мазал! А тут, вот видите, за спиной стоять, верный удар срывает. Ну,
теперь он, конечно, положит жара. Гляди, стрела. Не понимаю я. Мимо! Это ж я нарочно промазал, заманивал. Такая уж у токаря Ерофеева школа. 7-го от 2 бортов в угол. Товарищи, поймите, товарищи. Свой, садись, товарищ. Ведь 6 человек уволены. Ну, при чем тут 6 человек, товарищи? Еще Маркс, Карл Маркс писал Энгельсу в 862 году. Чтобы развиваться массам, нужно время и возможности. А вы плохо знаете Маркса. Я понимаю, вы статичный комитет, вы, так сказать, ну, практические работники. Но ведь практике нужна теория. И вот мы, люди теории, пришли вам помочь. Так, товарищи, давайте же работать по-деловому. Поймите. Речь идет о тактике социал-демократии. Что вы там делаете с гитарой? Я думаю, что товарищ социал-демократии хотел сказать нам, а не соседнему кабинету. Я категорически требую, чтобы всяческие молокососы с дурацкими гитарами не мешали нашей резолюции. Да как ты смеешь обзывать нашего товарища? Наша гитару не обижает. Да и можно проверить, гитара очень хорошая. А насчет резолюции... Как же можно мешать кому-нибудь внести резолюции? Правильно. Совершенно правильно. Вот, товарищ, так сказать, неофит. Ну да, то есть, ну, впервые соприкасается с сознательной деятельностью, вот, понимает? Ну, разрешите огласить резолюцию? Давайте. Давайте. Резолюция. Объединенное заседание рабочих организаций района считает, что забастовка на Невском заводе из-за увольнения 6 токарей, возникшее в неудачное время и с недостаточными возможностями, должна быть прекращена на условии возвращения к станкам рабочих без вычетов из заработной платы. Позвольте. Как же... Друзья мои, поверьте мне, старому марксисту, ведь сейчас против нас все. Кассы наши пусты. Фабриканты сейчас сильны, как никогда. Общественность не за нас. Время за нас. Главное, товарищи, терпение. Да. Ну, я думаю, поскольку других резолюций нет, проголосуем эту единственную. Отчего нет? Как мне быть в резолюции? Разрешите уж и мне. Конечно, вы любите теории, мы практики, но уж разрешите. Товарищи, Бог знает что, и Бог уходит время. Главное, терпение. Вы сами говорили, время за нас. Статистический комитет считает, что в существующих копальных условиях труда неминуемы забастовки. Забастовки обрекают рабочих на лишение, но являются могучим средством протеста и революционного воспитания масс. Забастовка на Невском заводе служит примером пролетарской солидарности. Необходима коренная переделка условий труда. Рабочие Невского завода вернутся к станкам только на условиях возвращения 6 уволенных, удаления военного заказа, повышение расценок на 15%, введение 8-часового рабочего дня. То есть это же не слыхано. Да ни один социал-демократ... Извините, мы же условились. И каких условий? Вы не из тех крыс, которые пищат в подполье. Ну, конечно, вы не из тех крыс. Только я думаю, что резолюция обычно голосуется. Правильно. Давайте голосовать. Я прошу слова перед голосованием. Я настоятельно прошу прекратить это издевательство с гитарой. Ну, кто за первую резолюцию? Кто за вторую? Большинство. Решить поправку. Давай. Я предлагаю вычеркнуть хотя бы пункт о 8-часовом. Как явно утопическое. Сколько раз повторяем эти слова, нет? И будем повторять, пока не добьемся своего. Что за поправка? Большинство. Это тогда разрешите заменить слово неминуемый. Слово случается. И вставить, к сожалению. Ага. К сожалению, вставить забастовку. Смысл фактов не меняется, но выявляет отношение. Я против. Нечего нас жалеть. Мы на забастовку идем, не жалея себя. А ты, к сожалению. Минуточку. Что за сожаление? Да. Меньшинство. Простите, простите, у меня тоже есть поправка. Вот. Потому что в вашей резолюции здесь явное повторение. Это плеоназм. Ну да, плеоназм или повторение. Вот. Забастовки обрекают рабочих на лишение. Потом, но являются... А зачем? Зачем это но? Вот я предлагаю оставить до лишения включительно без но.
Черт с ними, отдадим им это. Правильно. Я тоже предлагаю «но» выкинуть. Вместе с решениями. И оставить так. Неминуемые забастовки, являющиеся могучим средством протеста и революционного воспитания масс. И все. Коротко, ясно. И без этих плеоназмов. У нас не слушают, нами пренебрегают. Мы просто уходим. Ладно, голосую резолюцию в целом. Постойте, последняя попытка. Ну хорошо. Вы хотите быть фанатиками безграмотными. Но логичными-то вы должны быть. Чему это слово? Военный заказ. Ну и что? А не все равно какой заказ? Выбросьте слово «военный». И тогда вы прекратите поправить. Прекратим. Ладно, голосуй за то, что... Я против. Не все равно какой заказ. Вы что же не видите, что военные, именно военные заказы заполняют все больше и больше заводов? Порохом пахнет в воздухе, а вы выкинуть слово не из-за слова, а из-за буквы. Станем драться с вами, господа меньшевики. Издевательство! Мальчишки! Щенки! Мне легче читать истории. Мне марксист 1902 года. У меня за плечами время. И Маркс письме к Энгельсу писал, чтобы развиваться массам нужно время и возможность. Ходим, но мы хлопнем дверью. До свидания. А кстати, насчет письма, так сдается мне, что не Маркс его писал Энгельсу, а Энгельс товарищу Зорге. И стоит там, помнится, не точка, а запятая. А вот дальше идет, дай бог памяти, что массы получают возможность лишь тогда, когда имеют собственное движение вперед. Трудно далась мне эта грамота, да и недавно. Ну, да оно и к лучшему, а то от времени за плечами иные перевирают. Что вы там делаете с гитарой? Ставь на голосование. Голосую. Большинство, значит, товарищи, забастовка продолжается. Что-что, а заказ этот на якоря для шаровых мин на Невском заводе делаться не будет. Вот это верно. Семен, что случилось? А то, что все детали на якоря для шаровых мин вывезены с Невского завода в неизвестном направлении. Плохо. Значит, заказ где-то выполнят, а мы с забастовкой сели. Да. Ну что ж, теперь и почвы для раздора нет. Узнать бы, на какой завод перекинули. Да поднять бы тот завод на отказ от работы. Узнать бы. Да кто ж, кроме хозяев, знает? Есть еще знающие. Вот он, сучий сын, пирамидку всех обыгрывает. Да разве от него узнаешь? А ну кто? Вон он стоит у бильярда. Хозяйский халуй из контора. Сволочь. К нему не подступиться. Не подступиться? Нет. Что же это за человек? Я так как перечат. Всегда есть ингредиенты, шапокляк. Сухую? Имеете сухую? Петух тоже хвастался, да сдох. А ну скажи еще что-нибудь про петуха. То-то. Давал на чай всегда одни телегримты чапки. И телегримты пил коньяк. Пей, мазила. Это кто мазила? Вот я тебе. Партия. Не привык. Ну, не привык я к такому бильярду. Вот посидишь под ним, привыкнешь. Шутник. 26 лет его знаю, все шутит. Кому шутки, а тебе сидеть. Не связывайся, лезь. Слышишь, может, 3 рубля возьмешь? Нехорошо потомственному токарю.
26 лет у станка бесчестец. Что? Токарь-пекарь. Все вы одно. Забастовщики смутьяны. Невежи. Видите? Менял я женщин тальдриям, только как перчатки. Трем, носил я шапку кляк. Вот да. Токарь-пекарь. Ох, и ловко же вы играете. У тебя деньги есть? Есть. Покажи. Деньги ваши будут наши. Береги и получишь сухую. Трешник мне сам под бильярд. Что он делает? Ведь по бильярдам сидеть уважение потерять. Позвольте посмотреть, как судьба решается. Мимо. Менял я женщин тридриам, как перчатки. Носил всегда ее тридриам, но еще поколяк. Давал людям на чай одни трием перчатки. И пил три звездочки, трем коньяк. Своя проценты сделана. Прошу. Какие держишь? Что это, тебе ружье, что ли, а? Черт. Политики. Значит, если я два положу, 3 рубля мне и старика из-под бильярда. Как же? Ой, дура. Да. А если я 8 положу? 8? Ну, ай-яй-яй-яй. Но если 8 положишь, то я под бильярд. Виноват? Канцелярская крыса. А ну, милый! Разыгрывать меня вздумал? Хочешь свою я показать? Да что вы? Разве б я посмел? Случайность. Я с детства к наукам приспособлен. Посмел, не умеешь ты с людьми разговаривать. Вот что, ваше степенство, вы уж 3 рубля готовьте и лезьте под бильярд. Собирайтесь. Будете знать,
как издеваться над рабочими? Назад! Да как вы можете на моего лучшего, рад бы сказать, друга орать? Он злобствует на рабочих. Да он шутник. Ты ведь сам, дядя, говорил, он шутник. Говорил я. Шутник-то он шутник, да только с другой стороны. Ты сам-то игрок с другой стороны. Вы ведь шутник? Шутник. Видали? Партия продолжается! Васька! Вот.
Наврал. Не может быть, чтобы на Северном. Какую немецкую типу у нас делают? А мины от Родессы делают. Вот ты и проверь. Проверить, конечно, мало. Надо хвататься за ниточку. Надо, чтобы завтра же все рабочие Северного узнали. А как же они узнают, чудак? А вот так и узнает мина. Для этого и существует она, наша дорогая, золотая, любимая. Разговор про девиц? Моя школа! На здоровье твоей девицы, парень! На здоровье моей девицы! Земли рабочие, новые карты, парень, в мраке темной ночи, в эту день печалите, мой брат и дома, мой Максим, помнишь? Или забыла? Столько лет прошло. А я ничего не забыл. Все помню. Заметка твоя не пойдет, товарищ. Места в газете нет. Пошел, страдаю! Грех искупить хочу. Ты сдурел? Есть у тебя сердце? Человек 5 ночей не спал, а ты орать. Смою позор. Позор, говорю, смою. Пятно больше не буду. Штрих-брехер. Да ты на площади кайся, дьявол. Да по что не печатаешь? Металлистов печатают, когда каются. Токарей печатают, а железных дорог не печатают. Вот оно. Сам писал. Кровью да потом. Не сердись, места в газете нет. Врешь ты. Текстильщиков есть, а железных дорог нет. А ну, буди ее, на главное! Пусть печатает. Сукин сын, давай письмо. Мы его и без нее поправим. Спасибо, дружок. Железных дорог ли? Бывали мы и на железных дорогах. А-а-а. Готово, товарищ Елена, стихи получили. Стурем, дамочка 7-й день не спит. Чего тебе? Да я стихи. Пустите, мне ее нужно. Да у меня в конце размер не получается. Да ты ему, он железных дорог, поможет. Поможем. Так ведь это же стихи. Писывали мы и стихи. Сейчас поправим. Подкрутит. Тетенька! 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 Тихо!
тетеньку. Мне тетеньку надо. Вот он, тетенька. Вот тетенька. Ты тетенька? Я тетенька. Ты что, газетчик? Газетчик. Тебя же цель не видать. Не видать. А я как крикну. Газета «Правда». Рабочая газета «Правда». Тебя как звать? Фома. Фомка. А новое время у тебя есть? Не держу. Ну, зря. Разные надо газеты держать, Фома. Какие разные? Ну, «Главный Орел», «Новое время», «Речь». Для прикрытия. Понял? Ловко. Уступай, жди. А ее не смей будить. 10 ночей не спала. Так и скажу, прекратите безобразие, товарищ. Это издевательство. Я... убью. Я не трампаж. Я не фокусы-покус. В номере 7 столбцов, а материалу на 20. Что выкидывать, что нам параллелью? Вы что ли скажете? А за границу как? Петитом? Никак нельзя за границу петитом. Разбудил. Черт паршивый. Скажи ему спасибо, товарищ Елена. Без него бы меньше снов видела. Знакомый? Первый раз вижу. С железных дорог. Стихи сочиняй. А я к вам, товарищ. У меня заметка. Срочная. Еще заметка? И стихи. Стихи. Что такое? Письмо. Больше не буду. Штрейкбрехером. Пятно. Максим. Наташа. Идут. На основании распоряжения инспектора по делам печати сегодняшний номер «Правды» конфискован. Дальнейшее печатание прекращается. Да, но мы... Можете жаловаться. У нас разрешение. Можете жаловаться. Мы все-таки... Можете жаловаться. Приступайте. Это незаконно. Можете жаловаться. И будем жаловаться. Дышать не дают. Вам что угодно. Господин депутат, потрудитесь не мешать. Вы посторонний человек в газете, вас это не касается. Как это не касается? Я рабочий депутат, и газета рабочая. Мы делаем одно дело. А у меня предписание. Покажите. Не годится. Как это не годится? Здесь говорится о правде, а мы печатаем путь правды. Можете жаловаться. И пожалуемся. Thank you.
рабочая газета выходит ежедневно, кроме понедельников. Какой сегодня день? Вторник. Странно. Стало быть, номер вышел, номера нет. Конфискован целиком и полностью. Остались 2-3 экземпляра. Дело продолжается, товарищи. Надо нового редактора для отчитки искать. Новое название. Голос правды. Рабочая правда. Было. Трудовая правда. Это подходит. Рабочая газета правда! Рабочая газета правда! Есть рабочая газета правда! Бастовать. Так сразу и бастовать. А у Ерофеева спросились? Обсудить надо, подождать. Ты кого это ждать? Может, тебе разрешение от дирекции на забастовку за подписью печати требуется, а? Брысь, что ты в забастовках понимаешь? Я коренной забастовщик. 44 забастовки, 7 локаутов выдержал. 16 заводов у меня вышибли, теперь 17 вышибают. Вот за дурь и вышибают. А, за дурь. Твое дело что, летище. Много ума не надо. Да. Ты слушайся токарей. Токарь все постиг. Не бывать у нас забастовки не из-за чего. А правда? Ведь в правде все написано. Да неправда врет. А правду кто-то обманул. Ты вот слушай. И заказ этот переброшен на северный завод. 26 лет я на заводе. Все уголки знаю. Где эти модели заказа? Что-то я их не вижу. Не видишь? А ну пошли. На них написано, что это тот самый заказ. А ты что хочешь, чтобы при них тебе удостоверение было, а? Можно и удостоверение. О, нечистая сила. Ты как это здесь? От бастующих нефцев послан. Тот этот заказ. Они клеймо стерли, а у нас чертеж. А ну-ка. Они. Ясно они. Они. Раскудахтались. Ну, понятно они. Конечно они, а я что говорил? Подождать, я говорил. Его подождать. Ты, парень, говори, не таись. Тут люди все свои, правильно. Забастовкам привычные. Ясно. Вот разве он? Но. Значит, бастовать? Бастовать. Только забастовка это должна быть особенная. Надо поднять все заводы, чтобы все рабочие Питера нас поддержали. 10 000 целковых заплатили банки господам из морского министерства, чтобы получить этот заказ. Сотни тысяч на этом заказе наживут заводчики и банкиры. Им прибыль нужна. Значит, работать для них по 13 часов в сутки. Значит, гони в шею с завода недовольных. Значит, сговаривайся хозяин с хозяином, как клеймо стереть, как ночью заказ увести, чтобы рабочих обмануть. Не обманут. Они сговорились. И мы сговориться можем. Началось 6 человек, а встанут 1000. Да. Заклятым будет этот заказ. Ни один сознательный рабочий не прикоснется к нему. За токарей не бойся. Токаря самые, что ни на есть сознательные. Говори больше. Летельщики себе докажут. Ты, парень, не от себя? Не от себя. Понимаю. Все будет сделано. По всем цехам, по всем мастерским. Пройдем, а утром завтра в бой. Главное, найти путь к сердцу простого народа. Вот после заседания правления или какой-нибудь серьезной дискуссии
Надо идти работать сюда, в самую гущу. Это верно. Так сказать, узнать, чем живет, чем дышит рабочий. Как же так, Павел Васильевич? Постоволосье. Можно сказать, король. И уволили. Васька, уволили. В сухую уволили. Васька, говорят, продался газетчиком, а? Найти бы мне этого писалку. А ну тебя. Эх, помог бы кто. Я вам помогу. Да. Я помогу вам. В задушевной беседе мы выясним ваши чаяния. Васька! Васька, пиво твоего лучшему другу. Ваше здоровье, доктор. Берутся понять душу простого народа. Сволочи, я вас понимаю. Есть тяга к чтению. А неужели вам никогда не хотелось почитать настоящую рабочую газету? Вот я как старый газетчик. Газетчик? Старый газетчик. Вот я вас слушаю. Не приходилось вам читать рабочую газету «Луч»? Ах, газетчик! И вот вы, как сознательный рабочий... Рабочий? Это кто рабочий? Кто рабочий? Что? Если меня уволили, так меня оскорблять можно. Меня, короля Санкт-Петербургского бильярда, всякая тварь будет... Посмотри, газетчик! Посмотри, восстановься! Черт, сволочь! Черт, знаешь, что такое! Убью! Токари, пекари! Вы ошибаетесь, товарищ! Товарищ? Ах ты, сволочь ты! Извините! Мне вы не товарищ! Вы отребья рабочего класса! Пусть они с вами знают! Убью! Вот они, которые с вами на бильярдах режут! Бильярдах? Бильярдах? Если меня человек погубил, другом назвался, под увольнение подвел, если того человека проследить, подождать, схватить его в полицию, ха! А я его без полиции! Здесь пройдет. Беспременно здесь, Павел Васильевич. Назвали слушок был, сегодня будут работу кончать. А он агитатором. Агитатором? Агитирует он меня, покойничков на кладбище. Павел Васильевич! Thank you.
Что такое? Федор, кто это тебе? Забастовки. Помешать хотят. Беги. Скажи, пусть бастует. Федор. Федор. Кого убили? Того, что с тобой, а мне правду давал! Федора! Мертвый лежит в переулке! А может, не до смерти? Кто говорит, что не до смерти? По пьяному делу! По пьяному? По пьяному? Нет! 26 лет доктор Ерофеев на заводах работает. Знает, чья тут рука. Чуть! Нечистая сила. Покойника я с детства знаю. В рот росинки не брал. Моей доктора Ерофеева школы. Что же это выходит, братцы? Хозяева от бастующих немцев нам заказ пихнули, клейма стерли, ночью свезли, обмануть думали. Правильно. Вот первое. Предлагаю шапки снять. За убитого в цвете лет Федора. Ни фамилии, ни отчества не знаю. А второе предлагаю, если требования наши не выполнят, восставать! Здравствуйте. Здравствуй, Наташа. Хорошо, хорошо. А республику-то выкинь. Цензуру прицепится. Пиши неурезанные лозунги. Хорошо. Здравствуй, стихи снова принес. Стихи. Хорошие. Не знаю, на смерть товарища. Какого товарища? Получай свою заметку машиностроительной. Так умер товарищ? Жалко. Ну, читай. Шумя грохотали заводы, нависла свинцовая мгла. Собравшись в цеху, с нетерпением товарищи ждали тебя. Но чьей-то злою рукою ты был беспощадно убит. И нам, твоим верным собратьям, тебя уж не воскресить. И пусть эту злую потерю пришлось нам теперь перенесть. И крепко, и свято мы верим, что будет страшна наша месть. Как ты нас учил, так и будет. Исчезнет когда-нибудь мгла. И в будущем царстве свободы с любовью мы вспомним тебя. Хорошо. Должно быть, хороший человек был покойный. А ты разве не знаешь? Не знаю. А кто такой? Так значит, в набор? Давай. Ты кто умер? Когда? Сегодня утром. На наш завод шел. Его по пути и прикончили. Утром? На заре. И трупы потом не нашли. Должно быть, дворники в приемный покой сволокли. Завод теперь бастует. Благодаря ему, товарищу Федору. Федору. Ты сядь. Набегалась, утомилась. Присядь. Значит, бастуете? Бастуем. Невский завод поддерживаете? Поддерживаем. Передай своим, пусть надеются на путиловцев. Передам. Готово. Не тронь. Василий Кузьмич, ты что ж без пиджака продал? Тепло. А наши все продали. И Нюшка моя больна.
Ой, за что? Я твоему Никодиму должен за бильярд. Проиграл ему? Дура. Я 26 лет не проигрывал. Выиграл. Ну, такая у нас игра была. Кто выиграет, тот и платит. Нечистая сила. Спасибо, Василий Кузьмич. Раскудахтались. Тетька, поесть принес? Принес. Чайной колбасы принес. Третий сорт. Самый высший. Ой, дядька что-то продал. Ты зачем пинжак продал? Ври больше. Продал. Ну, продал. Теперь в Англии пиджаков не носят. Вышли из моды. Дядька у нас самый важный. Ему с завода большое письмо пришло. Врешь. Я 26 лет не врал. Что же это может быть? Спит. Может, доктора? Доктора жулики. Может, у него мать или кто? Да что ты ко мне прилипла? Говорю тебе, нельзя. Дело секретное. Не мешай читать. В кои-то веки раз Ерофеев от дирекции письмо с сургучом получил. Мириться хотят. Улещивает. Мириться. Это хорошо. Мы ему тогда курочку, бульон. Выкипел твой бульон. Как это так выкипел? На нашей-то плите. И плите конец. Не будет у нас плиты. 26 лет жили мы с тобой здесь. Тараканов. 26 лет. Собственно, лично изводил. Тараканы останутся. А нас на улицу. За забастовку на улицу. Ой, Боже ты мой, Боже. Да что тебе твой Бог поможет? Любит он забастовщиков. Дядя, тебе гости! Вот, как раз балы мне задавать. Пусть заходит. Здравствуйте. Ну, вот тебе и барышня, а я без пиджака. Пожалуйста. Ничего, что без пиджака. Я к вам из правды. Просил наш депутат Тураев передать вам билет на думское заседание. О вас говорить будет. И еще поручили мне передать вам деньги. Из разных городов, из Харькова, Сормова, Мариуполя шлю для вас. Вот ваша часть. Слыхала? А ты говоришь, не помогут. Ерофееву не помогут. Из Мариуполя Ерофееву деньги шлют. Из Сормова шлют. Вот напиши им в правду, всем им. Вот. Спасибо от Ерофеева. Хорошо, напишу. Еще я хотела вас спросить. Да. Слыхала я, что вы последний видели труп нашего товарища Федора.
Может быть, вы знаете, куда его свезли? Труп. Какой такой труп? Я не похоронное бюро. Значит, и вы не знаете. Да скажи ты ей, Василь Кузьмич. Чуть, говорю тебе. Дело секретное, пойми. Ну, извините. Мне сказали, вы сами рассказывали. Тут нечистая сила. Ну, обличаю. Невинного человека обличаю. Никому ничего не говорил. Велено было молчать. Я... Велено. Отойди. Нет, вы скажите, ну, вы скажите, вы, наверное, знаете. Ну, не велено, Господи. Да поймите, мне можно. Ей можно. Можешь ей все сказать, как мой труп тебе унес, как меня от смерти спас. Фу, уморила. А все ты, бабий язык, секунды не умеешь помолчать. Вот что, товарищ Федор. Где же? О, ну, видала? И что за человек, право? Бильярдист, пьяница и бабник. Нечистая ты сила. Прости, не мог дать о себе знать. Очень ты мне нужен. Я к тебе только из-за дела. Тебе дело поручено, а ты умираешь. Теперь не умру, а делом сегодня же займусь. Пускай тебя одного, тебя опять насмерть. А ты не пускай. Куда я, туда и ты. Ну, Василий Кузьмич, сдавай нам угол. Так вместе и заживем. Отвернись. Ты что на них уставилась? Развратная ты женщина, Мария Никитишна. Слыхал? Что? Во всех домах обыска. Полиция! Давай скорее пиджак. Одевайся. Скорее. Так. Давай щепку. Вот, вот так. Ну, держитесь, товарищи. Счастливого пути. Смотрите, во все глаза смотрите. Количество забастовок подозрительно растет. А между тем, с чего бы рабочему классу бастовать? Он сыт, обут, одет, хозяин несет о нем полное попечение. Рабочий живет счастливее нас с вами, господа. Я обинуясь скажу, я хотел бы быть рабочим. Истинная причина забастовок в том, что революционные воротила, студентишки, жиды, царемяшки подстрекают доверчивого русского мастерового к забастовкам. И некоторые из этих подстрекателей сидят между нами, господа члены Государственной Думы. Я назову их. Это так называемые рабочие депутаты. Обманутые избиратели. Глупое рабочее стадо почтили их доверие. Алой, исключись! А тебе не нравится? Успокойте жандарма. Вызовите ему ветеринара! Их выбрали заседать. Они шляются по заводам, разводят смуту, выпускают прокламации,
издают газеты, которые с раннего утра занимаются подстрекательством. Разнодушные рабочие потеряли голову, послушались изменников, царю и родине, и пошли по пути виселиц. Зараза забастовок распространяется. Лучшее средство против забастовок, господа, это уменьшить заработную плату. С голоду не забастуешь. Мятежами заниматься впору лишь сытым. Так как это преступление колеблет основы государственного порядка, то этих господ надо судить как государственных преступников и повесить. Вы обязаны сказать правительству: мало! Мало! Будь больше! Слово предоставляется депутату Тураеву. Питерского рабочего. 12-часовой рабочий день. Мало! Штрафы на каждом шагу. За выход до свистка, за выход после свистка. Ну и правильно! За неотметку в контрольных часах, за несообщение нового адреса. Рабочие в таких каторжных условиях работать не могут!
говорю здесь о страданиях рабочего, но только для того, чтобы показать всему пролетариату, всему народу эту систему эксплуатации, чтобы убить надежду в сердцах наивных людей на примирение с правительством, произволом и насилием. Завод. Как твоя листовка? Готова. Ну-ка.
Хорошо. Час искупления пробил, черные дни миновали, час искупления пробил. Правда! Сегодняшняя газета «Правда»! Рабочая газета «Правда»! Правда! Берите правду! Вас вызывают на улицу. От имени социал-демократической партии вас зовут выступать. Товарищи, я старый социал-демократ, и я заявляю, это ложь. Вас провоцируют случайными шествиями, случайными демонстрациями. Вы растрачиваете мощь рабочего класса. Увольнения после забастовок у вас были? Были. Аресты после демонстрации были? Были. Вот. Видите? Результаты этой злостной агитации, игры с огнем. Вместо того, чтобы расти, накапливать силы, развиваться, чтобы когда-нибудь предъявить грозный счет врагам, вы погибнете поодиночке. Верно я говорю? Верно! Слушайте, что говорит честный рабочий. Мы погибнем по одному. Только врет этот господин. Разве мы одни? Все рабочие Питера вышли на улицу. Вы одни спрятаться вздумали. Так вот же от них и задавят. Кто вам тогда поможет? Вот этот соломщик. Идите на улицу, товарищи! Там ваше место в общих рядах! Держите его, держите! Идем на улицу, товарищи! Там ваше место! Мы погибнем по одному! Мы победим вместе! Сапоги жмут. А, взяться за руки. Thank you.
кидаешь? Разве так кидают? Кому учишь 26 лет кидаю? Удрали. Ерофеева испугались. Захвались. Вернуться. Думаешь, испугаюсь? Берешь нечистая сила. Не уйду с улицы. Моя. Правильно. Я в 5-м году в Москве на Бронную казаков не пускал. И сюда сейчас не пущу. Не пустишь? Не пущу. Ну что, товарищ? Драться. Драться. Полей столбы! Рой мостовую! Рой баррикаду! Ну, кажется, налаживается наша семейная жизнь, Наташа. Налаживается. Всегда мечтал зажить как следует. Уют, самовар, дети. Thank you.
принимая во внимание, что мятеж грозил неисчерпаемыми бедствиями для престола, что статьи 126, 129, 130, 131 уголовного уважения недостаточны для столь вопиющего преступления, на основании военного положения я требую для всех без исключения подсудимых смертной казни через повешение. Подсудимая Артемьева Наталья, ваше последнее слово. Слово мое будет коротко. Вы не судите нас. Здесь не суд, а расправа. Вы наглухо закрыли двери суда. Вы боитесь, что наши слова заклеймят вас. Вы думаете задушить рабочий класс. Не выйдет это у вас, господа. Не остановят ни ваши суды, ни наша смерть, идущие революции. Жаль, что не сможем мы продолжать жить, как жили. Работать, как работали. Ничего. Найдутся другие, поработают. Правильно, товарищ. Объявляйте ваш приговор. Она за всех сказала. Кончайте свой суд. Мы вас будем судить. Крепче засудим. Молчать. Ура! Части 1 статьи 102 уголовного уложения приговаривается к лишению всех прав, состояния и ссылки на вечное поселение мещанка Артемьева Наталья. Ладно. Мое почтение. Третий раз обещают повесить. Это еще что? Балуется. У себя? Здравствуй, Максим. Что так мрачен? Судили их сегодня. Наташу, Мищенко, Павла. Наверное, Сибирь. Может, встретимся. По всей видимости, моей депутатской неприкосновенности скоро каюк. Жалко Елену. Ну что ж, не привыкать нам на баррикады в Сибирь, а господам меньшевикам в министры или в союз городов. Максим, а если снова тебе пришлось бы идти на баррикады на смерть? Пусть опять с камнями и палками. Все равно пошел бы. Ведь вчера были палки и камни, а сегодня народу дали миллионы винтовок. Дело за нами. Директивы ЦК есть. Лозунг дан из войны империалистической в войну гражданскую. Садись, Максим, рассказывай. В комитете сколотил. Сколько? 7 человек. Кто? Люди новые, но надежные. Кроме того, на случай ареста, ссылки, угона на фронт, 4 в запасе. Кто для связи? Егор. Хорошо. Как шрифт? Достают, как ты указал. Крупный, курсивный, чтобы могла прочесть самое, что не есть в деревне. Хорошо, очень хорошо. Замену ему подготовил? Антон. Так. Ну что ж, хорошо, наладил работу. Жалко с тобой расставаться. А надо. Партия поручает тебе, Максим, новую ответственную работу. Вот он, сермяжный воин,
который сломит шею врагу и выведет Россию на светлый путь. Выведешь, братец, Россию на светлый путь? Так точно, ваше высокородие! Выведем! Молодец! Рад стараться, ваше высокородие! Далее! Прекрасный солдат! Шагом! Прощай, мой город Питер. Бог знает, вернемся ли. Навряд ли. Почему не вернуться? С того света люди не возвращаются. И то бывает. А на этом еще поживем, покурим. Нет ли бумажки, братцы? Бумажки? А это откуда взялось? И у меня тоже. Долой войну. Ну, читай. Читай, читай. Читай. А чтоб не вышло чего, мы и слушать станем. И песню споем. Песня, друг, никогда не помешает. А ну, братцы. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, товарищи солдаты, вас призывают умирать во славу казацкой нагайки, во славу царя, расстреливающего голодных крестьян, душащего в тюрьмах рабочих. Пусть же знают цари и их правительство, что солдатские винтовки обратятся против них. Товарищи, храните оружие. Лиза, день.